ответу! Кадырова, к ответу! А я тебе смородины... Ну они шутники. Похоже, ты не убегаешь? Нет. Мені стало стидно сидіти вдома в цей день. Просто стало вже, думаєш, скільки можна. Скільки можна спокійно сидіти, вообще делать вид, що нічого не происходит в твоїй стране. Все это ужасно, потому что вообще совершенно беззащитную женщину, которая всем помогала, которая была необыкновенно мужественной. Мать с единственной дочерью, которой вообще не подумали даже о том, что останется дочь без матери. Просто так вообще убили. Человек сейчас, ну просто ничего не стоит. Убийство и все. Мы требуем расследования этого убийства. И случайно именно буквально вчера появилось заявление, которое подписали уже многие правозащитники, общественные деятели, где мы говорим, что расследование в Чечне не будет проведено, если это не будут делать федеральные структуры, потому что Чечня является тоталитарной республикой.